далеком 45-м отгремела война. Но о маршале Коневе не забыла страна. Храбрым и верным маршалом он был. Всегда по-военному он говорил и жил. Маршал Конев свою войну уважал, и каждый воин ему честь отдавал. Он дважды герой советской державы. Достоин он всегда чести и славы. Он твердо верил в боевую армию свою. Да, надеялся, что она не дрогнет в бою. Его героическая и смелая армия не подвела. До самого Берлина она с боями дошла. Благодаря Коневу она не отступила назад. И вместе с ним получила много наград.